Привет, кто уже здесь? Всем привет. Надеюсь, вы не против, то, что я себе перед выходом взял кофе, потому что у меня уже руки замерзли. Я взял кофеек, но он стоит 100 рублей. Я надеюсь, вы не против. Не, хорошее, доброе утро. Реально кайфушное. Особенно, когда понимаешь, что тебе стримить 12 часов на улице, и ты хуй знает, что будешь делать. Такая небольшая проверочка на прочность. Короче, я в детстве с друзьями лазил по мусоркам. И я в детстве хотел стать челиком, который работает, отвозит мусор. Вы прикиньте, я жил на втором этаже, я всегда смотрел, как мусорная машина приезжает, и там мужики, вот эти работяги, знаете, которые говном воняют, просто пиздец, которые не моются. Ну, то есть, прям, ну, люди, которые там работают, я видел, как они брали вот эти баки туда, наваливали. И я всегда видел, как на мусорных вот этих вот машинах лежат всякие игрушки. И я думал, сука, ебать, они столько игрушек находят в мусорных баках. Я хотел работать челиком там. Я уже понял свою ошибку. Надо было что-то придумать насчет рук. Надо было какую-то электрическую грелку придумать. Мои руки уже отваливаются. Сейчас я вам расскажу мой сценарий 12-часового IRL-стрима. Я иду с телефоном в руках, сижу с телефоном в руках, прикалываюсь с людьми с телефоном в руках, попрошайничаю деньги и кушаю с телефоном в руках. Вот мой сценарий. То есть у меня нет нихуя. Но я знаю, что Саня Парадевич ко мне должен приехать. Надеюсь, Влад Квертов ко мне тоже приедет. У меня не будет таких, типа, жестких рамок. Я не буду, типа, отказываться от машины, там, в машине посидеть, вся хуйня, прокатиться. Типа, у меня просто нет денег. Если я хочу покушать, я должен деньги заработать. Брать я ни у кого деньги не имею права. Ну, из подписчиков. А нет, еду я имею право брать, но не у подписчиков. Ну, типа, просто попрошайничать. Единственное, что я с утра позавтракал и вот кофе себе взял. Все, больше у меня ничего нет. А вот у мужчины есть сумка с продуктами. Извините, пожалуйста. Извините, а можно, пожалуйста, у вас яблочко взять или бананчик? Я очень сильно голоден, у меня денег сейчас нет. Спасибо вам большое за вашу доброту. Спасибо большое. Хорошего вам дня. О, конфетку! А мне мама говорила, у незнакомых дяденек не брать конфетки. Ну ладно. Еще одну, спасибо вам большое. Спасибо. Можете привет передать моим зрителям. Привет, привет. Вот самые добрые все люди. Хорошо, все нормально. Ребят, яблочко и две конфетки дали. Да, да. Еще что-нибудь надо, я еще. Спасибо большое. Пока, пока. Спасибо. Ну, если что, здесь встретимся тогда. Да. А вам помощь не нужна? Я могу помести немножко. Только я тут с трансляцией, с своими друзьями. Так, а вы меня поснимаете? Давай. Или можете сами, можете поговорить с ребятами. Вот, они тут, вот камеру так вот, во, во. Ты сделай, ты наоборот сделал. А, что у меня было? Да вот они пишут. Привет. Они пишут привет. Так, что мне? Какую территорию мне поместить? Вот здесь. Вот здесь, вот это? Да-да. А вы сейчас говорите, что стримеры ничего не умеют. Вот видите, ребята? Он работает. Вот. Видите, ребята, да. Я работаю. Какашки. Ну. Их тоже сметать? Что, Тань, быстро пишет мне. УК говорит. Слушайте, тяжелая работа, оказывается. Это мужская работа. Мужская? Мужская. А сколько получаете, если не секрет? 30. И сколько работаете? От 7 до 5. Каждый день? Каждый день. Можно вот так перевернуть? И с ними они видят и начинают да, общаться. Да. Всем привет. Привет. Очень много сообщений. 4000 человек сейчас смотрят. Да. Ну что, камера? Нормально, немножко поработал, помог немножко. А, блядь, ТикТоку что ли? Не-не-не, это просто для своих друзей. Тут мама моя, еще мои ребята со школы, Санька здесь. Мама своим глазам не верит, наверное. Почему? Что я работаю? Да не, я такой трудяга. Так, ну я чуть-чуть погреб, пойду дальше тогда. Искать других людей, чтобы им тоже помогать. Ну ладно. Можете моей маме привет передать. Мама Марина ее зовут. Марина, привет! У тебя хороший сын, помог нам. Спасибо. Все стримеры, на Ходынке живут. Вопрос. Хуя, самое главное, зачем, блядь? О, Assassin's Creed. Можешь же просто сидеть, зачем он с ногами залез? Можешь же просто сесть на лавку, зачем он с ногами? F лагает? Ай, блядь, тут всегда лагает, извините, нахуй. Тут лагает воинская часть, блядь. Я убегаю! Тут глушилки, блядь. Воинская часть глушилки ставят, интернет не работает. У меня вот прямая трансляция, мама смотрит, наблюдает за мной. Не на футбол иди. Не, гуляю просто. Это Волга? Да. А какого она года, если не секрет? Я просто веду видеообзоры у меня на машины. Какого она года? 98-го. Ух ты, а там что, три педали? А сколько там должно быть? Ну сейчас же две в машинах. А как три педали? Газ, тормоз, а ты еще что? Что это такое? Механическая коробка передач, знаешь, что такое? Ну, ты нажимаешь кнопочку, и она едет. Ёлки-палки, вот это у нее кондуктор. А, редуктор. А, это мотор? Изумительный мотор. Блин, ну красавица, да? Красавица. Ой, ёлки, пугайтесь! Чуть не обосрался, блядь. Извините, не хотите, я анекдот расскажу вам.
автобус ваш? Да. Могу с вами проехаться? Давайте я с вами проедусь, анекдот расскажу. Заходят два парня в автобус, садятся на последние ряды там, и один другому говорит, давай с тобой, давай поедем, ну, сексом надеюсь. Ага. Один другому говорит, нет, ты что, здесь люди сидят? А он ему, да всем пофигу. И спрашивает, сколько времени. Все молчат. И он такой, ну, вот видишь, всем пофигу. Ну, значит, ехали и начали ебаться, потому что всем похуй. Проходит, он приезжает на конечную, все вышли из автобуса, водитель автобуса, значит, заходит в кабину, видит то, что там сидит дедушка, подходит к дедушке, говорит, дедушка, а чего вы не вышли? Он говорит, внучок, а мне плохо, водитель ему, а чего же вы не попросили о помощи? А дед говорит, ну тут один спросил, сколько время, потом ехал, всю дорогу его в жопу ебать. И все, да? Да. Кажется, моя остановка. Пока. Пока. Блядь, какой кошмар, нахуй. Блядь, какой кошмар! Это машина, блядь! Вот это машина! Вот это класс, блядь! Вот это да, бля, охуеть! Ты что сказал про мою мать? Ай, бля, долбоёб, что ли? Опа, вон уже авиапарк. Авиапарк! И велосипедист. Здравствуйте, я вас знаю. Чистовые, блядь. Там этот был, как его зовут, нахуй. Который был в Урганте, всегда слева сидел, лысый, еще с Comedy Woman вел. Хрусталев его на пробежку выбежал. Не, клянусь, да, блядь, на Ходынке куча звезд. Звезд живет. Типа, Москва, пиздец, какая тесная. А вы чего уходите-то, посидите со мной-то, блядь? Да ладно, пацаны, чё. А, вы похавать хотите? А где здесь можешь покушать? Вот там вот я кушаю только Макдоналдс. Это, во-первых, во-вторых, у меня нет денег, ребят. Короче, я вчера здесь ходил, встретил каких-то девочек. И чё? Это мне! Саня! Это мне! Беги от него через 3, 2, 1, погнал. Нормально у вас тут это. Держится. Угостите, пожалуйста, сосиской в тесте. Я видеоблогер, Лёша Кореш. Реально, сосиску в тесте? А руки чистые? Ну ладно, я боюсь коронавируса. Женщина, я, конечно, понимаю, что я, конечно, прикольный, да? Женщина! О, девушки, девочки! Я понимаю, что я, конечно, прикольный, хороший. У меня есть прекрасная девушка, я ее очень сильно люблю. Поэтому не подкатывайте ко мне, я просто пришел пообщаться с людьми, я общаюсь с людьми. Нам 15. И чё, я вам ничего предлагаю, ничего не предлагаю. Приходит мужик к урологу и говорит, у меня хуй чешется. А мужик говорит, мой чаще. А мужик ему, нет, мой. Это все? Адьос, девчонки. Говорят, штаны подтяни, блядь. Что там подтя? Здравствуйте, а что так смеетесь? Спусти еще ниже. Я говорю, у меня ненормально подтянуто, я говорю. Они мне говорят, штаны Что не так, блядь? Что не так с ними, блядь? Так рэперы ходят. Я скоро приду. Окей, Сашка, окей, жду тебя. Скейтеры, спасибо. Ребят, мне маленькие пацанчики, мне две печеньки дали. Ребят, можно две печеньки или нет? Спасибо, пацаны. Пока. Они мне до свидания говорят. Не пока, а до свидания. Я иду к Сашке тогда. Он живет вон там, а! Вон там! А правда, что Жужу нравилась Анька? Спасибо вам большое, я это заберу. Если что, кому-нибудь еще тоже раздам нуждающимся. То, что Жужу нравилась Анька, я тоже знаю. Мне типа без разницы, потому что я знаю, что Анька любит меня. Я знаю, что я нужен Аньке, как она нужна мне. И как и так же сильно она любит меня, так же сильно, как люблю я. Здравствуйте, Дамкада. Да, довези... Садитесь, да. Да? Привет. Никита. Я Леша. Машина у тебя американская. Ну ладно, Никит, 100 в жопу, 500 в рот, 50 рублей, классика. А просто подрочить? Ну, исходя из моих математических подсчетов, 25 рублей. А куда мы едем? Ну, ты скажи, куда это 3000? Ну, холодно на улице. Холодно, да, согласен. Откуда у тебя такая машина, охуенная? Работаю. Где работаешь? Дезинфектором. Кого, нахуй? Ну, клопов, тараканов, всяких тварей, ну, типа травить. А-а-а! Назад посмотри. Блять! Куда посмотреть? Ёб твою мать, я испугался, нахуй. Маски, блядь. Маски? Ну ладно, всего хорошего тебе. Удачной работы, чтобы бизнес процветал, миллионы получал. Чего у тебя случилось, рассказывай. Один гуляю, я не с кем гулять. Реально, друзей нет, типа? Нету. А женщина у тебя есть, девушка? Нет, конечно, зачем. Завидуйте, я А чему завидовать? Акулки твои. Согласен, тут завидовать, да, можно. Я ее в первый раз, когда увидел, я охуел. Я увидел ее в парке Горького, я думаю, ёб.
ебаный рот. Я хочу с ней обниматься, целоваться. Можете купить мне наушники, чтобы ехать домой к родителям? Я просто 2 месяца работаю, мне кинул. Я без денег вообще. Я просто побираюсь, у меня денег вообще нет. Я ехать честно, поэтому продаю. А почем наушнички? 19? Да. Может, сколько сможете дать, пожалуйста? Ни копейки, нет, ни копейки нет вообще. Я так и не понимаю, где они берут эти наушники, потому что эти наушники проходят лигит-чек. Серийные номера оригинальные. Я не понимаю, где берут эти наушники. Извините, пожалуйста, вы бы мне не могли кофе купить? У меня нет денег. Я замерз на улице очень сильно. Самый дешевый кофе. У меня есть онлайн, есть зрители на Твиче, но нет денег. Самый дешевый латте, маленький, пожалуйста. Ёлки-палки. А холодные? Ёлки-палки. Ладно, сегодня ваш день, ребят. Спасибо за вашу щедрость. Ну уж меня подставили жестко. У меня нет денег. Я очень сильно голоден. Может быть... Я поняла. Вы что предложить мне дали просто? Бесплатно? Да. Да, хочу. Спасибо большое, блин. Не за что. Можно ваш инстаграм показать? Нет. Не хотите? Нет. Спасибо вам большое. Заскамил бизнес коронавирус. Хорошо быть стримером нищим, да-да. Вкусно. Мне нравится. Привет, Саша. Привет. Здорово, народ. Это я. Ебаный рот, ребята. Нам класть-то некуда. Я булку сейчас съел, я все, я не могу, простите. Продавщицу угостить, которая мне булочку дала. Спасибо вам за вашу доброту. Бери у Рибзиков торт. Спасибо. И продай его кому-нибудь. Точка реальная бизнес-идея. Пацаны, вы помогли сделать добро, красавчики. Респект, реально. Видите, добро возвращается. Рано или поздно оно возвращается. Женя. Нельзя деньги у подписчиков брать, но я кому-нибудь отдам, нуждающемуся. Да хватит, блядь. Привет. Приятного аппетита. Я с ними поздоровался, здорово, мужики. Да? Угу. Ну а что, не мужики, что ли? Что, девки, что ли? Речечка. Я осуждаю, пацаны, ну вы чё, блядь? Пацаны, ну вы чё, дураки, нахуй? Мне, нам не надо, блядь, чё такие слова произносите, блядь? Ну, сука, тиктока насмотрелись, нахуй. А нахуй ты вышел? Блядь, это в своей хуйне, блядь. Свои залупы, да вышел. Да у меня нет куртки. Да купи куртку, блядь, я чё пенис отсосу, нахуй. Куртку надень, блядь. Извините. А чё, вкусненько? Да, нормально. Стой. Снимаю, Сашка. Снимаю. Ух ты! Молодец. Ой, молодец. Снимаю, молодец. Ой, блядь! Я это не снял, Саня! Не снял? Нет! Сука, Леша! Он на жопу упал. Не ругайся, дети тут. Дайте я попробую. Я правильно я прыгнул? Ну, почти. Вот так, смотри. Куда? Как толкать так? Толкать его! Ногой, ёпты! Блядь! Двадцатка! Последний, попытка. По коленке? Сука, коленкой! Очень больно. Больно? Вкусно. Пацанишки, хотите чипсики? Держите. Спасибо. Мне нельзя чипсики просто. Кушайте на здоровье. Ты завтракал сегодня? Да. Ну и все, покушаем. Пикник? Огурцы в банке. Прикиньте, бля, какие подписчики охуенные, сука. Кетчуп, майонез, тут 2 бутерброда есть. А это просто рассол, там огурца. Там один огурец плавает. Всех угостил. Вообще красава, респект. Сидим с пацанами, школу прогуливаем. Пошла нахуй, Тамара Владимировна. Да, заправиться, вот. А он самодельный, что ли? Реально? Ебать, я уксуса глотнул, охуеть. Не, вайб хороший. И вы все молодцы. Я вас люблю у всех. Понял, меня никто не любит. Ты, Леша, кореш, а можно фото? Анька, подписчицы подбегают. Анька какая-то ебанутая подбежала, блядь, поцеловать хотела, я дернулся. Я тебе клянусь, можешь на стриме посмотреть.
Приезжай, Анька, приезжай, она еще здесь. Приезжай, раз на раз выйдите. Все, давай, Зинька. Привет, ебанашка. Я уже прощаться хочу. А, ты уезжаешь? Да. Анька, я сказал, что приедет, чтобы тебе пиздать. Да, все, пока. Ебанашка, Маринка. Вот это хорошо было. Что, прыгнул меня в ход? Да. Не надо, только не по ногам. Больно, пизда. Трусишка челябинская. Погнали погреемся в твой туда. Да. Как относишься к недрочебрю? Да я его пропал на третий день. Я думал, что реально, ну, надо попробовать. Будет интересно. Не дрочить неделю, ой, не дрочить месяц. В итоге через 3 дня, блядь, подрочил. Ну, похуй, я не жалею ни о чем. Напали среди бела дня, напали на нас. Лучший игрок в мафию напал. Блядь, я сам себя похуй. Ой, Ванька, привет. А что вы делаете тут? Ходим. 12 часов. 12 часов. Как вы туда все... О, у тебя, кстати, этот... Как камера ты? Разбита, да. У тебя, то есть, она не работает? Ну как, она просто... Ты, типа, умеешь переключать. Вот так вот. На единичке, видишь, мыльненькая. Слушай, по виду, как будто бы вообще она разъебана. Виду, как будто бы на пол. Там пиздец трещины. Идет вот так, типа, вы не смотрите, нас не видит. И что-то знакомая борода. Думаешь, мы видели, не увидим. Ну да. Мы греться куда-нибудь. Подъезд туда, вот где Сашка живет, туда куда-нибудь. Меня фоткаете? Могу сами сфотографироваться. Давай. Сашка, промазал. За $1 000 там подойдите. Все. Пока. Я тебя где-то видел. Да? Да. Я тебя в ТикТоке видел. Да, я вас видела где-то. Меня видела? Да. Это стрим, прямая трансляция. Ну ладно, ребят, девчат, пока. Что он делает? Обзор на Ваньку инсайдера. Ты пишу, что ли, Зима? Не-не-не, пойдем, Ванька. Занька, привет. Ты где, солнце? У себя, где? О, нам... Все, сейчас приду тогда. Ванька, отдай телефон! Я вас пиздил. Медленно, хуёк. Молодой такой, медленный. Убей кепку, пал. Ванька, прикинь, посреди... Окей. Я стримил какой-то... Подбежал. А я его догнал, бля. Забрал у него? Да, кепку у него отжал. Кепку у него отжал, и он дальше побежал. Блядь, прям камеру украли, ну, посреди, нахуй. Так, сейчас тогда в квартирке побуду. Потому что... уже буду. Потому что я очень сильно замерз, и там как раз Анька. Сейчас с Анькой. Это стримерский дом? Это стримерский район. Ходынка, беговая, вот это все. Одни стримеры. Одни паразиты здесь живут, блядь. Нахлебники вот эти вот, которые плевать хотели на экономику. И они живут за счет хуйни какой-то. Кто-то хуярит на работе. Настоящий. За копейки. Труд настоящий, человеческий. А тут стоишь, сидишь перед камерой. Я деньги кидают. Налоги. Еще и рекламу. Я плачу налоги. Я тоже плачу налоги. Так, со мной? Не знаю. Что мне там делать? А что тебе дома делать? Ну, может, тут верно. И что тебе? Раз. Можешь дома посидеть, что-нибудь поделать. И я потом... Если подумаю, что постримить. Да. Ванька, а ты домой тоже? Да. Кидалово. Чего ты? Да я пошел тогда, получается. Все, до свидания, ребятушки. До свидания, хорошего вам вечера. Легенда, прощай. До свидания. Ой, пока. Почему прощай-то? До свидания, всем пока. Блядь. Нормально? Не живой, нет, живой. Он хотел... Пока, Ванька. Он хотел стрим сломать.